У пациентки, скончавшейся в больнице в Коммунарке, коронавируса не было. Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко подчеркнул, что важным условием для снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. По его словам, должно быть от 35 до 60% переболевших. На прошедших выходных в парке Горького можно было наблюдать сумбурную картину, как охранник, крича в рупор, сгонял всех с лавочек, такая мера борьбы с пандемией в общественных местах. Нелепость данного действия в том, что люди просто пересаживались с лавочек на бордюр или парапет вдоль набережной. Автоинформатор постоянно вещал, находиться в парке запрещено, но при этом парк был открыт. Опять нас будут штрафовать до полного выздоровления. Народ проявил больше сознательности, чем власти. Это факт, который должен их чему-то научить. Меня даже оштрафовать не смогли, допустили ошибку в имени. Я этот штраф оспорил. Этот вирус уйдет, другой придет, придумают. А там и люди привыкнут жить в намордниках, ошейниках и по свистку. Вчера брала справку об эпидокружении, чтобы выйти на работу в дежурную группу в детский сад. 2,5 часа сидела в очереди к терапевту. Несколько человек были явно с признаками ОРВИ, одна женщина, разговаривая по телефону, жаловалась на повышенную температуру. Социальную дистанцию в этой давке соблюдать, при всем желании, не получится. И маски, в такой духоте многие не выдерживали и в конце концов снимали. Это какое-то умопомешательство от этой короны. Никогда бы не подумала, что наступит такое время, когда в стране будет твориться такой ужас, люди остались без средств существования, практически у всех кредиты и ипотеки. Все медики настроены только на коронавирус, а у кого хронические заболевания, им наплевать. Мы-то ладно еще, пожили, детей жалко, попали они крепко. Убрать сказочников, медпатриархов и пророков вирусов. Сказать свое фе, фи и фу, иначе 1001 ночь шарах-шаране будет продолжаться вечно. Маски, значит, еще не все продали, вот и продлевают. Смысл в том, чтобы народ по самым острым вопросам не вышел на улицу с требованиями, сразу можно отказать в митингах против принятия поправок под этим сыром. Очень может быть, пойдет вторая волна, к которой нас готовит уже сейчас, и все вернется на круги своя. Еще 8 июня ВОЗ заявил о том, что меры по ограничению были ошибочны и предложил вернуться к прежнему образу жизни, так как бессимптомного течения заболеваний нет и носительство не заразно для человечества, поэтому в отслеживании контактов и применении вакцин против короны нет необходимости. Во всем мире снимаются ограничения, кроме России. Самая загадочная инфекция в мире. Никто не встречал среди своих больных, но умерло много. А если и умерли, то с оговокой, у нее в свои 89 лет были хроничомкие заболевания. Живу, как и жил. Маску не носил ни разу. Самоизоляцию не соблюдал ни разу. Единственное, что меня коснулось лично, так это то, что не могу попасть в баню. Люблю париться. Торговые центры, кинотеатры мне не интересны. Вместо парков выезжал за город. Да и то у нас парк есть в городе, который был открыт. Его невозможно закрыть просто физически. Далее зарплата не изменилась, на работу ходил как положено. Не скажу, что цены выросли прямо ах. Когда лимоны и имбирь стоили бешеные деньги, я просто их не покупал. Хорошо, что вас мало задело. Я тоже примерно такой режим поддерживаю, но с работой. Плохо, вернее, с финансами. Ощущение, что в самоизоляции останутся только госорганы. Они сами по себе, а народ сам по себе. Иначе, если они не начнут нормально работать, то возникнут проблемы в строительстве, медицине, торговле, судебной системе и далее по списку. Все бы ничего, но проблемы будут копиться как снежный ком и могут достичь критической массы. Очень бы этого не хотелось. Люди такого ранга должны меньше говорить и не вводить людей в панику, а больше делать. Эти туманные формулировки авторитета не прибавят. Дурдом какой-то. Одни чиновники заявляют, что школы откроют 1 сентября и не будет дистанционки, другие говорят, что до февраля 21. Если все так плохо, зачем школы собрались открывать? Это же бомба замедленного действия. Там такие последствия после ковид. Мы зачем детей будем таким риском подвергать?
Инвалидов мало. Какие школы? Они же разнесут заразу по всем учителям, ученикам, семьям. Одно дело ты в метро проехал в маске с дистанцией, а другое дело 35 учеников в душном классе. И это не один класс, а тысячи детей в школе за смену. И к чему мы придем? Или будете заставлять прививать детей?